Здравствуйте, друзья, с вами Мото Виктора. Решили покататься. Долго мопедки стояли, была сильная жара, как бы не хотелось. А сейчас более-менее погодка. И вот сейчас приедут люди, будем кататься. Нормально, Дань? Вообще, я завел гору, как попер. Ну что, покатушечки. Детвору буду сейчас катать, прогревается. Олеся, Богдана, Игорька. Алло, кататься будем? Да. Ну все, да-да. Да. Ну давай, Дань, заводи свой. Так, Олесь, давай ты первая. Так работает. Сможешь на нем, Дань? Попробуй. Таня уже почти на всех умеет. Да, Миш, скажи, я жду. Да, я ж делал раньше. Так, ножки, смотри, у него ножка прям к цепи идет. Аля, иди. Аля, отойди. А? Да. Детвора здесь сделали шалаш. Богданыч, где шалаш? А, вот он здесь шалаш. Шалаш сделали. Ну как? Да. Ну откатывай стороночку, а то Коля едет. Я еще хочу покататься. Еще покататься? Хорошо. Отходите! Посильнее газу! На всю! Thank you.
О, молодец, хорошо. Ну понятно, горячая. Нагрелась. Только их пап. Так, а ну в сторону, в сторону. Все, пусть остынет. Прибыли? Да. А где Игорёша? Игорёша! Богдан, катался? Необычный такой мопедик получился. Ну, вот такие у нас, друзья, покатушечки получились. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал Мото Виктора. Всем удачи, здоровья, благополучия. Всего наилучшего. Всем пока.